В главном алтаре Софийского собора в Киеве находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы, именуемый «Нерушимая стена». Этот особый эпитет заимствован из акафиста Богоматери «Радуйся, царствие нерушимое, стено». Пресвятая Дева изображена здесь на золотом мозаичном фоне, без младенца. Высота фигуры составляет 5,5 метров. Она стоит на четырехугольном золотом камне с воздетыми руками. Это жест заступнической молитвы. Чудотворный образ молящейся Божьей Матери в Софии Киевской оставался неповрежденным на протяжении 9 веков, несмотря на то, что и город, и сам собор неоднократно подвергались разрушениям. Поэтому икону и назвали «нерушимую стеною». Сохранилось старинное описание этой иконы, записанное путешественником Муравьевым. «Рост Богородицы исполинский, как и все ее дела на Руси. Она стоит на золотом камне, незыблемое основание всех притекающих к ее защите. Небесного цвета ее хитон, червленный пояс, и на нем висит лентион, которым она оттирает столько слез. Лазуревые поручи на воздетых к небу руках, золотое покрывало опускается с ее головы и перевешено в виде амофора на левое плечо, на знамение ее покрова, ширшего облака по гласу церковных песней. Светлая звезда горит на челе Богоматери и две звезды на ременах, ибо она сама, Матерь Незаходимого Света, была для нас зарею Незаходимого Солнца. По киевскому преданию стольный град не погибнет, пока простирает над ним руки Божья Матерь Аранта Нерушимая Стена. Перед иконой Пресвятой Богородицы Нерушимая Стена молится об ограждении от всякого зла.